Вы думаете, это просто узоры? Вот послушайте, я расскажу вам сказку. Когда-то, давным-давно, жил злой колдун Карахан. Похитил злодей дочь солнца и заковал ее в своем подземелье. Не могла она подать весточку возлюбленному своему Баатыру. И тогда выткала эти узоры и поведала в них о своей печальной судьбе. Бросил в Зиндан людей злой Карахан. Все стада забрал жадный Карахан. Родники, джай-лёд цветущий захватил чудовище Карахан. Дошла печальная весть до Баатыра. И узнал он, что под синей горою живут люди, которые дадут коня и укажут дорогу к любимой.
Вот какую историю могут поведать узоры.